Торжественное обращение министра внутренних дел прошло в режиме видеоконференц-связи. Профессиональный праздник Владимир Колокольцев поздравил коллег, которым присвоили звание высшего начальствующего состава, а также удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия. История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награжденных представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал. Но всех объединяет искренняя преданность избранному делу. Также министр отметил сотрудников, признанных лучшими по профессии. И тут у тамбовчан есть повод для гордости, ведь в их числе оказалась начальница правового отдела областного УМВД. Ольга Булавинцева закончила Поволжскую академию госслужбы по специальности юриспруденция и служит в органах с 2004 года. Правовое подразделение она возглавляет с 2015 года. Присужденное мне звание «Лучшее по профессии» – это заслуга всех сотрудников правовых подразделений системы МВД, общая численность которых на территории Тамбовской области составляет более 50 человек. Хотелось бы поздравить коллег и ветеранов с профессиональным праздником, пожелать семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо нашей Родины. Под руководством нашей героини разработали 4 принятых облдумой закона и 11 постановлений администрации области. Кроме того, предотвратили ущерб для казны страны на 22 миллиона рублей и провели более 11 тысяч правовых и антикоррупционных экспертиз. Дмитрий Сергеев, Ольга Кириллова при содействии пресс-службы УМВД России по Тамбовской области.